Добрый день, на канале Бикипа Дон Виктор. Сегодня 20 мая 2024 года. В Германии религиозный праздник. У нас были дожди, может быть, вы видели. Südwest Deutschland. Наводнение в городе. Люди пострадали в том, что подвалы залили здесь водой. Но вроде бы пострадавших не было, жертв. Только материальный ущерб. Мы переехали на другое место с пчелками. Тут цветет липа, всякие травы, летний мед будет, я думаю. Вот, перевез их сегодня утром. Все благополучно, слава богу, получилось. Без проблем. Вот. Ну и сегодня после обеда привезу пустые медовые корпуса, поставлю. Рапс я откачал, недоволен, мало было, холодно, дождливо было, как и по всей Европе, по всему миру что-то происходит в природе. Посмотрим, к чему это все приведет. На этом все. До свидания.